Поздравляю с наступающим праздником. Чаще всего люди желают друг другу здоровья. А сегодня с этим пожеланием прямо в детское лечебное учреждение приехали артисты цирка. Номера из какого новогоднего шоу показали маленьким пациентам, расскажет Елена Чехомова. И громкая музыка, и лай собачек, и аплодисменты. Что происходит сегодня в областной детской больнице на Менделеева? Это продолжается многолетняя добрая традиция. Росгосцирк и Кировский цирк совместно с областной детской клинической больницей поздравили детей с наступающим Новым годом. Понятно, что никто не планирует болезнь. Но раз уж так случилось, что под конец года не здоровится, праздник сам приехал к детям в гости. Акция это благотворительная. Мы каждый год приезжаем в детскую больницу, чтобы детям подарить некий праздник. Потому что в преддверии Нового года хочется, чтобы каждый ребенок ощутил себя счастливым. То есть подарить теплоту, волшебство, какую-то некую сказку. Жонглеры, клоуны, акробаты. А какой восторг вызвало у ребят появление попугая? Детский смех и улыбки – лучшая награда артистам. Вот так при огромном желании и добром сердце и небольшой актовый зал больницы становится волшебной праздничной ареной цирка. Очень весело и интересно. Да? Да! Очень нравится то, что перед Новым годом хоть бесплатно. Дети болеют, а тут сходили. Мы вот буквально сегодня поступили, даже не думали, что на юг попадем. Так вообще супер. Большое спасибо за организацию, очень неожиданно было. Ребенок в восторге, все понравилось, здорово. Конечно, все номера нового циркового шоу «Снежная королева» в больницу привезти было невозможно. Сами понимаете, стаю волков, пуму и ягуара, массовые шикарные номера, в том числе под куполом цирка, в другом месте не показать. Но увидеть все это можно и после выписки, уже на реальной арене. И тем не менее, всем пациентам сегодня подарили хорошее настроение и улыбку. Конечно, с главным пожеланием – здоровья. Елена Чехомова, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей «Давеча».